Я релогнусь пока. Че, может, сразу похаваем? Хавают лохи, надо кушать. Правда, 4 штуки осталось, поэтому я... Поэтому ставим по 2 экономим, блядь. Поэтому ставим 2. Ну я успел там забрать что-то с этого с ГБ. Что там этот у нас будет по ЕПГП, что как решаем? Ну, скрины есть, как бы. Не, давайте с нуля хули делать. Да, я думаю тоже. С нуля хотите? Да, конечно. Ну, типа, чё? Ну, господи. С чистого листа начинаем. Ну, блядь, типа, факту, блядь, типа, не дохуя было у людей ЕП конечно, и всего. Конечно. У льда ещё полностью не открыто, так что, блядь, уже... Mm-hmm. А, даже то, что открыто, оно работает через 3 пизды колена, блядь. Я чё хочу сказать, что просто оно работает, всё равно там в основном всё по консулу улетает, весь основной шмот. То есть ЕП зарабатываем чисто за то, что ходим туда, получается. Ну, потому да. Что когда ну, да. Начнем фармить, все и потратим. Так, дохаем ты, да? Так, кто там спрашивал точно тот диск, я вас перекинул. Думаешь, Влад ГБ не отдаст? Ну не отдаст. Я слить. Ну что, он сейчас по-любому как голым сидит, такой, ааа, моя прелесть. It is mine. Мой монитор лежит, ебать, на там где 150 кадров, ты, блядь, ебать. Стайл, переключи ауру на защиту. Нормальный коллектив не купишь, блядь, за 150к, блядь. Ну, полтинник у меня есть на твинке, как бы еще. Убит, но это надо будет переключи на лед. Надо будет этот. Ну там еще с Кирюхой немного формунули, то что у нас остатки поуходили, боешки. Тоже вкинем, нормально будет. Да, там чуть-чуть подфармили, блядь. Этот, нам нужно концу нафармить ульдуар. На ульдуар все есть, вообще все есть. Да, хватает. Нам надо будет, он рыбку говорит, как тебя зовут? Ефарина, да? Как зовут? Валера. Валера, это получается ты говорил, да, что рыбы там нахуяришь? Нет. Нет, другое. Говорил, а кто говорил? Зута, Зута, Холипал. А, говорил, хорошо. Короче, Зута нахуярит этот. Пряности там за бонусы можно купить. О, не за бонусы, за голоса. Ребята, я вот сейчас в рейд... Я даже в гильдию напишу. Короче, вот этой херни надо будет наделать на ульдуар. Это с классика зелья, то есть он вместо прихода бьется. Как бы нехерово так. То есть у кого есть возможность, лиловый лотос и кадлера фут для него нужен. Подфармить. Лиловый лотос фармить. И еще где-то. А кто еще да, в танках да. У нас? Сколько не земли, а Арис. Короче, везде, где польские либо какие-либо руины есть, вот она возле них растет. Антон, а кто еще в танке, кроме тебя? Вон с ромбиком Протеус. Ну, он говорит 4. А, ну сейчас спекнем, не переживай. Войд есть, артстайл есть. Хотите по кругу пускать так же, да? Сейчас мы покажем тактику, которая называется, блядь, колесо удачи, блядь. А у дроидов нету спека танк? У меня нет. Не, у нас такие не водятся. Не, у нас есть дроиды, но у них КД сейчас. Это нечаянно, просто мультиспек у человека, у него все есть. Денчик, твои ставки будет? Единственное, кто пока что может затанчить. Ёбаный стыд. Хорош хау. Поворот не туда, Гдвайс. А как думаете, сканает одеть танкошмот на ретрика и просто потанкить? Сканает такое? Да и у нас есть танки, не переживай. Просто мне в Долоран, если что, надо будет попасть. У Артстайла есть заряженный танк, у Войда есть заряженный танк. Блин, на маге. С диспетч, если он щит. Мы сейчас этот накс занесем, блядь, как два пальца.
Мне очень понравилась фраза, блядь, администрации, что NPC появится не скоро, нахуй. Мне это очень обрадовало. Еще рано не пописали. А ну я вам сказал, что это после только того, когда он уже нахуй не нужен будет, этот NPC, блядь. Они его поставят. То есть там из серии, там за 2 недели до выхода нового контента, блядь. Уже ИК выпустят, такие, о, ты мозг, получаете. Ну хотя, в принципе, да, они же этот вендоры, которые за эмблемки Т4 можно покупать на X3, сервере выпустили, когда уже анонс был, что через месяц выходит этот следующий рейд. Да, уже его полутали все, блядь. Да, так, дох. Протеус, Войд, спекайся в танк, Арстайл, спекайся в танк. Портал дайте в Долран. И суманете сейчас. Только второй день, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, портал Долран, там кому-то надо. И... Мор сзади ставит. А, даже 2 мага сразу. Мораль, у тебя там готово, все? Да, сейчас. Сейчас, сейчас, вообще красиво будет. Надо будет пофармить на ебенец сапротов, чтоб там хотя бы, я не знаю, там стаков 10 в ГБ лежало, блядь. Да я все это взял, у меня есть там. А, ну красиво. Стаков дохуя там. Красиво. Сапротов 2 стака. Ох, и дохуя, я говорю, блядь, стаков 10 же лежало, там и у меня 3. Было, ебать, что ты думаешь. А голду не списал, да, не успел? Хватит, чё, где еще есть сапроты? Там лимит стоит по голде, по съему. Вот такую херню, считай, на 6 минут можно юзать. Чё, кстати, форист, все, всех устраивает. Переименуем. Я это не предлагал название. Пока что просто людей собирают. Ну, пока потом подумаю. Пока на собрание решим. Не, ну типа. Мне вообще похуй называется. Давай людей соберем, а потом уже будем думать про название. Дайте, пожалуйста, шкаф. Сейчас засумуним людей, которые там все спеки меняли. О, где шкаф? Держите. А я 5к в ГБ кинул. Красавчик. На час назад говорил, что ты, блядь, кинул. Меня не похвалили, блядь. Да пошел ты нахуй, почему так мало 5, блядь. Так, Вайда засумонили, Альфу засумонили. Кто еще, кому нужен сумон? Мы здесь. Так, который шаман Элим. Ставь, пожалуйста, тотем на мили-хосту, так как нету в рейде ни анхолли, у этого, ни фрост ДК, ни гибрид танка, блять, ни энха. Чтоб у миликов какая-то хоста была. Все, тема. Лады. Так, раскидывайте метки, расставляйте метки там по земле, кто какого держит моба, кто где стоит, чтоб не было тупежа. У тебя сис есть, Денис? Есть, я сейчас этот релоуд пропишу. Давай. Ну, тут багается эта хрень. Кстати, Макс, не потом скинешь, пожалуйста, макросы эти метки назначать на пол. Угу. Что, такие есть, что ли? Да. Просто как интерфейс багается, а макрос там нужно все время накладывать. Так, вроде загружается. Хотя вы уже, наверное, все поставили. Разберитесь там с аурами, паладин, чтобы вся хуйня стояла без коня. Ну, у меня стоит 3-я, у меня она вкачана от хила. Все, коня убрали, поставили броню. Артстайл и... Войд. Войд, артстайл, дох и протеус. Тут мах хорошая креветочка. Ну, все танки согласно меткам стоят и по кругу пускают босса. По часовой или Протеус. Там, ну да, по часовой. Смотрите, держите вот этого мобчика, который стоит, и точно так же по это. Только не допускайте того, чтобы он в танках, которые вы ставите, добегал. То есть, чтобы он постарайтесь так, чтобы по зеленому кругу бегал. Проверяйте бафы, рыбка там была. Я еще 50 минут.
Егор, что там у тебя не получается? Блять, ну потом он там получается. Помагу, каску и МП5. И по пристам тоже. По пристам еще этот магбаф дайте. А то у Хао нет инты. И у Альфа нет всех бафов. У Телдрина нет каски. И у Альтстайла нет кулака. Ну, каску по Телдрину. И все, можно переезжать. У всех все есть. Все бафы есть. Еду, правда, не все поели, ну хер с ним. Разберемся, потом поедим. Рома, что там у тебя? Все, все были готовы, танки полетели. Давай, давай, давай по меточкам. Не заезжайте сильно, чтобы не сорвать агро. Печенька забрал, звездочка, поехал. Трусики. Белл, когда даем? Или не даем здесь? Ну, тут не нужен. Трусики забирай. Да не этого, о господи, ладно, я понял. Печенька. Все, они сейчас запустят, это на конвейер делай, можем заезжать. Следите за агро, если там локи начинают срывать или маги, там, я не знаю, скиньте чем-нибудь, там, инвизиком, там, иллюзиями. Раскол нажмите. Вот, маг сорвал. Протеус, АБР. Нас бафы раздали. Каску пристабав, дали ему, крик на ХП. Я понял. Прожаться на вал, братик. Кружок, ну ты раньше забирай. Да, я его заменил. Не допускайте, чтобы он доходил. Я поднял его, прохильте. Забирай. Чтобы он не доходил. Что, забирай. Забирал. Забирай кружок. Забирай. Дох, забирай. Бля, я же в Накс, наверное, месяц не ходил, бля. Везет тебе. Да этот костец ссаный нахуй не падает, залупа, бля. Ну, Мария, бля, это Санден ходил. В итоге победил его. Выпал посох. Я надеюсь на фарт сегодня, блять. Достану его. Лук поставь. Кирюх, я дольше не ходил. Лет 17 назад? Лет 7. Сань, ты в этом... лут сможешь пораздавать? А, блядь, не у всех лут мастер стоит. Надо его отменить. Пока что, блядь, я думаю, так, по роллу пойдем просто, чтоб не париться. Да лучше с нового КД начать этот, типа, раздавать. Давайте, да, с нового КД. Будем возвращать, которая была. Просто, да, нет. Ну, с нуля начнем, типа. Просто саму систему, конечно. Все, тогда сейчас... Там консул, кому что надо, пораздаем так, а со следующей недели уже начнем нормально ходить. Потому что тут получается хуйня. Кто-то уже сходил в Накс, кто-то не сходил. Да блять. Дох, что там не получается? Поднимите чего, быстро. Мы уже восьмой раз его бэрят, блять. Он скоро красным станет. Антоха, не спи. О, блять. Да что там, в ульде устал сегодня? Тысяч нормально крутые, не сломал. О,
Опа, чирик, блядь. Решил потанчить, не вышло. Повезло, не фартануло. Ну вообще пиздец. Поворот не туда, блядь. Вот к вашим услугам. Сижан, я скажу, после ульды, бля, видишь эти 15 ульды, думаешь, ебать, рыганина нахуй, блядь. На. Блядь, это начислить ГП, блядь, гребаная фигня. Я ж вроде отменил. И чё? У меня стоит этот реверсивный зовут, я не могу почему-то, блядь, раздавать. Смотри, ставь каждый за себя, например, там, понял? Или там, похуй, другую хуйню. А потом, когда поставишь опять распределять ответственного, он тебя спросит, ЕПГП, нажми нет. И всё. Нажимал. То есть вот сейчас распределяет ответственный, вот этот он, а вы лотмастера с помощью нет. Херакс, и у меня нихуя нет. То я тебе скину. Кидай мне. Перекинул. На, я тебе отдам сейчас все, ты там ебись сам. На, даже так. Ну ладно. Чтоб исключить звено, бля. Ну, у вас слишком много таких предметов пишет за вот эту хуйню. Рольте кому надо, идоло. Надо кому-то, нет? 3-4 проснулись. Этот зов упал, страшно. О, это нормально, блядь. Короче, я отдаю чечену, блядь. Хай нахуй радуется. А у меня есть. Блять. Не отдаю чечену. Еще друид. Первая пати какой-то друид. А ну. Ушло, блядь. Поехал. Где там дагер? В ком лежит, я заберу. Вот мы будем. Ага, вижу. Кому надо дагер, ролим? Почему он не отображается? Что за хуйня слов? 82 Егор. И еще кому-то надо, рольте. Модификация, где мой ЕПГП? Раз, два, три. Егор ГЦ. Короче, аддоны отключил, и ЕПГП буду так выдавать. Что заколебали? Слышишь, Дэн, скажи мне сейчас, что одеть на ретрика? Вот у меня триня с... Блядь, с... как, с мастерством, с хостой, короче, прожимная, и карта, и с ОС. Воет, тихо. Воет, у тебя включено не ИСовство, правильно? А, сори. Мне карту и этот грёбаная хрень, которая от коридов пробует держать. Да я не знаю, я, вот эта триня с мастерством интересная. Ну, интересно, но как бы сейчас столько хосты электрику не особо. То есть сила атаки на данном этапе самое приоритетное. Ну, просто... по факту, запражать этой трине ты дашь две лишние автоатаки, правильно? Ну, это объективно. Так, ну, напряжь, я буду групповую ставить, чтобы, блядь, не тупить. Да, просто я, видишь, к тому, что мастерства меньше будет, у меня 17 всего лишь. Это с символом? Это... Да, нет, с символом 27. Ну, все. Годится, все. Вот, а... Это не соберешь, так ретрика нормально, чтобы ты менял АОЕшную печать, у тебя было собрано кап мастерства. Да, это понятно, не, я не про печать. Если триню снять, сейчас скажу сколько. А, это с триней, тогда не... 19. Триню и карту, наверное, да? Просто, да. Короче, прикол в том, что каждый уклон от твоей автоатаки и так далее, он приведет к тому, что у тебя меньше будет на... определенное количество стаков печати, а это меньше ДПС. Короче, вообще ретрик... пиздец будет. Да, то есть тебе меткость и мастерство надо всегда на пуле держать. Что у тебя основной урон от печати. Ну, больше. По правой стороне аккуратненько там, смотрите, чтобы петы не сагрили мобов, потому что зачастую они агрят. Так, что, как, блять, ну все в перемешку, блядь, ладно, похуй. Все милики направо, все РДДшники тут. Хава и Эллада, идем с нами направо, и Дох идем с нами направо, все остальные там слева остаются. Погодите, я не добежал. Так, колесо больше никому не нужно, чтобы до его красить. Андрюша, ты если что, милик, к нам сюда иди, там где трусики, звездочка, печенька.
типа в Discord канал. Милики перекину направо, да? Сейчас я перекину. Да, милики направо. Ярса. Мчу, лечу. Я перекинул. Угу. Андрей. Иди сюда, говорю, где трусы, печенька. На эту сторону. Ну вот, я рядом с тобой стою. А, нет. Тут слепкот у нас слева. Дэн шмот разруливает. Сейчас разрулит шмот потом. Что это вообще такое? У меня почему-то информация не отображается. Что за шмотка вообще? Это на хулипало. Запы на хулипало. Ступни. Ну, спек, может, кому-нибудь. Че ступни? Я говорю, запы, блядь. Ступни. Сейчас, секунду. Нет, они тебе нахуй не нужны. Ты что, хулипалом будешь играть? Кто я? Андрей. Короче, красть я отдам. Или Void Light тебе надо? Не, у меня охуенный. У меня вот такие нахыпали. Все, тогда красть я отдам, пускай, если надо, это с тебе хоть клоун сделаю. Клоун крастер. Ну, что сразу Симпсон вспомнился? Ну, я все раздал. Ну тогда давайте чекаемся, блядь. Там Протеус ребафнить, это вообще бедный без бафа. Отставил, что там у тебя? Дима. Каску, Андрюх, а тут попал. Печать. Тут печать АУЕшную ставишь, блядь, и будешь мобов кливать. Попалом каску обновите. Кто каски бафает? Я. Каски дайте да, всем, потому что 3 минуты осталось, и кулаки тоже обновите, потому что 5 минут осталось. А чё, да, слева да. Фарина, чё, кого ты назначал кем по хилам? Кого? С нами Хао и Элада. Вот, то есть Зута, Хелнекс и Фарина, можете туда идти. Зута, остаетесь там при входе, Эфарина. Я баку обновляю, поэтому подохну к центру. Анхолик тоже с нами тут. Все милики тут, все РДДшники там. Хилы, Хао, Элада, повторяю, тут, Дох с нами тут. Протеус остается там. Да, все, ништяк. Все, баф обновили, даю еще раз чек. У всех все, каски есть. Ардана тут нет, Дима. Я понял, босс уже спулили. Блядь, Зута там, тут остался, понятно. А где? А, он стоит на АФК, я понял. Просто прикол в том, что на середину не надо вставать, когда ты бафаешь. То есть вот я, блядь, с другого конца комнаты бафаю людей, которые там находятся. Все шаманы, киньте тотемы под ворота, чтобы они доставали до всего рейда. Что ты хочешь, у нас здесь мало? Ничего, ничего, прокурор добавил. Так, мобы полетели. Да, ретрики, вот эти духи, которые призрачный ученик вылезает, не бойтесь, они их там херачат для дополнительного ДПС. Они не бьют ни хера, только уешат. Можно гнев небес хуяри. Так надо без тупежа постараться за полтора часа захуярить все это дерьмо. Потому что потом придет беременная жена, надо ее кормить.
Ты про ачивку, как максимально позорно умереть в рейде, ну да. Хорошая ачивка. Этот, Дэн, а чё типа, ну, сам этих, бля, вендоров же сам добавили 8? Нет. Они добавили NPC, у которого можно поменять токен. Ну, у него только 226 шмот был в грудь и башка, а теперь они добавили весь шмот. Потому что значит, надо токен. Так токен выбить надо. Так же вы же выбили, нет? Сегодня? Ну, мы выбили, у Егора 2 токена уже. А, это у Егора, я думаю, да. Не, на меня нихера не будет падать. На меня ставить. Нихуя не упало бы. Как обычно, короче. Я все выбью только в конце, либо задоначу. И что-то, Егор, типа, ты куда, в Ретрика его? Ну, он 2 так. Куска уже отдел. Не, просто вроде нет. Я посмотрел. На сайт задели. Так, типа, он апнет. Не, штаны, я... перчатки у него взяты уже. Зайди, там, Телблин уже в этом. Не, я посмотрел бы, как он вообще, типа, ну, апает на деле вообще. Не очень. Там на ретрика он сомнительный. Он как бы неплохой, но вот такой. Не, там 4 кнопки апаются, а когда будет 4 куска, будет интерес. 4, да. Там все 4 кнопки апаются, блядь, в ротации. То есть, по факту, это, блядь, ну, там 10 плюс бонус, где-то 15% ДПС должно вырасти. В их стенке. Отходите к стенке, то минус к характеристикам ловите. В центре там куча. Сука, кош не работает, чтобы эту хуйню скинуть. Это ж не магия. Че, нормально к стенке нашел? Контракт на гильдию видели? Видите все ворота, мы сейчас переведем. Этот пидорас всё ГБ закинул на гильдию или чё? Блять, не получилось что-то, блять, с этим медбиа. Всё, идём в ворота. Я подмогнём. Впрочем, где-нибудь сейчас ордынец выходит на улицу, и ренегат его начинает бить из наших тоже. И будем пополнять золото. Пойдемте бабки выбивать нахуй. Две трени, бля, это красиво. Так, а ну давайте объективно. У кого из нормальных РДДшников нету этой трени? Я, короче, или поставь трогай. Мастера, забери себе, Денис, все. Ты забрал себе все? Я прям с босса отдам. А, ну все. Роль-то тогда у кого нету? Кому реально это нужно, блин? Не просто так, чтобы было, нахуй. А кто этим персонажем играет и все остальное? Красиво, да, штучки. Первая хил у нас, извини, ты сейчас на хиле. Ну, версии Color, вот он кинул 39, я вижу. Первую версии Color отдам. А, нужен был рестор. Ладно, тогда первую. Блять. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну ладно. И сейчас. Сожено. До возвращения. Первую дам так и быть тебе, вторую просто второй раз на ролл кину, там посмотрите, кому повезет.
Ну и куда собрать? Вот из чего нравится, почему хилы стоят, охраняют лут. Ибо, пацаны, он не убежит никуда. Хилю в ретрике. Нормально. Он дебал. Все пошли. О, ГЦ. Честно, так и хотим. Егор там уже, наверное, радовался немножко. Но все равно люди мейна подевают тужнее. Одно ощущение. Раз, два, три, четыре. 34 пока на нас, на наши люди кинул. Выбьем все эти 34к в ГБ положим. Ничего не понял, что за 34к? Охота на гильдию сделал, мана. Да. На все бабки, блядь. Ну 34, там было ж, ну, бомбарь. Егор, заряжай своего твинка на альянсе, фармим голду и, ты понял, по старой схеме. Ренегат опробовал, Санёк ренегатом стояли. Так, кто зуб-то это у нас холипал ему тогда. Все, все раздали. Ну он на это и рассчитывал, наверное. Типа мы сами себе этот рез эти людей. Так а что значит охота на гильдию, нихуя не понял. Ну короче, вот это охота на персонажа, типа когда персонажа убиваешь и за него голду дают, вот он на каждого из нас накинул. Ну так это что, у кого есть персы за альянс нахуй? У Егора есть там протовар. Ну, как бы есть ренегаты, они могут просто армейских убегать, да и все. У тебя маг не ренегат, у тебя маг в нашей гильдии уже. Он может убить. Там баку. А, я там ГМ. Он еще и... будет, да. Так нет, ты просто должен кого-то ударить, чтобы вармод запустить. Ну да, типа, либо кто-то с арды должен стоять рядышком без гильдии. Короче, мы потом запустим эту акцию, нахуй, раздеваемся и все, блядь, и умираем, нахуй. Это завтра надо запустить будет. Сделаем, спасибо, спасибо за бабки, сделаем красиво, нахуй. Вадик, спасибо, блядь. Убиваем тот голд, который он спёр, да? На схему, бля. Чистый дебил, бля. Вадик, проснись, у тебя что-то не так. Ой, бля, весело, конечно. Че так мало, сука. Можно вообще, блядь, у кого ренегат из гильды ливнуть, нахуй, поубивать, потом взять их обратно в гильдию, всё, блядь. Ну да. Ну, надо... Ресните Егора там. Не, не дорезал. И что там в Егоре? Жалко только 34к, лучше бы 134, было вообще красиво. Вы прям бы сейчас бы эти бабки вернули, блядь. Да этим надо сегодня заняться, я думаю. Да сделаем. И мешочек на голову, я лепрекон. Так, на дальний пойдет Дох и Протеус, у них есть битие каста. Первого будет танчить Астайл. Нет. Через, точнее. Можно когда его человека засылаешь, на него диван и все, он там стоит. Началось. Блядь, так. Ну, убиваем дела. Просто, блядь, по кругу, разъебали нахуй все, тут ДПС, а вагон. Ну, либо... Так, Тоха, давай, Тоха, давай, ты, получается, левый дальний, Протеус, ты правый дальний угол. С ними туда идет Зута, и с ними туда идет Шаман, пускай, этот и Фарина. Туда это куда? На дальний? Это вот туда, где печенька. Понятно. Кушайте рыбу, кому там надо, кто умирал. Че там? И раздавайте бафы. Войд четвертого танка, да, дайте портал Долран. Спек поменяю, у меня третий. А кто хилит еще кого? Там на дальняке хилит Зута и Фарина. Вы тут хилите. Эллада, соответственно, Хао и третий этот шаман. Короче, хуй прочитаешь ник Нес, блядь. А, Элла. Паладина вообще есть, нахуй? Алло, гей, проснитесь, ебать. Дайте бафы, каску, лапу, всю хуйню. Что там, блядь, не хватает, не получается. Приста баф не вижу. Тише. Ну, лапки шкаф нет на роге. Шкаф тыкайте, сумуньте обратно вайда. Дайте каску по ДК, пожалуйста.
Да сейчас пролетит. Ну мне, пожалуйста, этот макрос, блин, на метке. А чё, ДК, ДК, маска есть? Сколько? Только появилась. Войд, саманули? Нет еще. Тыкните, дайте ассист по суману. Короче, дох там, Протеус там, хилов я сказал, кто там. Дох и Протеус, как у вас только появляется третий стак, сразу бежите друг с друга менять. То есть хилы, соответственно, точно так же. Стойте рядом с танками, чтобы вы не лутали оба дебафа. Да, ля, ну дайте дебаф, паладин, алё. Ой, ты ебаш, я прота по всем. Только один кулак висит. Ага, да, Локов, да. Нахуй кулак висит, спасибо. Пока всех прочекаешь, извините. Так и что у вас пали пауэра нет? Да. Я просто даже ничего не бафаю, потому что там вообще никого нет. Мы тут уже разобрались. Ну то походу нет, бля. Ну я начну сейчас. Проверяйте бафы. Пиздец, блядь. Проверяйте бафы, если кому-то что-то не хватает, пишите в рейд-чат. Давайте, у нас тогда здесь на первого ловит Void, на второй стоит артстайл, правильно? А у суку МП5 повесить. Напуливаем, значит, мораль в Вайда. Угу. Блять, нахуй кулак, сука, вы чё, ебланы, блядь, алё? Гей. Так, становимся все одним кемпом здесь возле босса, станьте все кучней. На артстайла там орехи, щиток, всю хуйню. Там хау, если что, будешь выбегать, его подхиливать. Угу. Всё. Босса, как поставим босса, сразу гир. Что там приз не получается? Крест на тебе висит. 3 минуты. Дайте крест по присту, у него ничего не получается с бафами у кого-то, из паладинов. Шаманский тотем стоит. Может не париться. Пуляй. На пати идет. Войд, пуляй. Оно висит на рейд. У меня шамана нету в пати, она мне висит. Это из шамана. Странная фигня, ну ладно. Геру дали? Ай-яй! Ой, блядь. Хильте Войда, я убежал хилить, да. Шаман, Хелмет, вернись, хиль Войд Лайда. Да, я пойду зута лист. Побежали, побежали, работаем, ребята, чего вы застыли? Войд, меняй арстайла. Арстайл ушел, скинул стаки. Давай тут я убежал. Давай. Я все стаки ставил, которые, наверное, вообще можно было. Я вообще умер. Тебя расставил? Я не пойму, куда ДД, блять, убегают? Я не пойму, как добивать нахуй нам, блять? Вы что, ебанутые, блять, или что? Туда побежим, и ладу ресните, у кого бот не воткать. В принципе, любой другой. Им на ХП дайте здесь. Да, да, да. Да, ушел. Видели, четвертый стак убегают, остальные как нахуй добивать будут? Пусть вздыхают нахуй или что, не понимаю. Что вы делаете, блядь? Хилы, холипалы и лишние танки к зелику не подходить. Уйдите отсюда, 8-мили-зоны, РДДшники вообще, все далеко. Косты все сбиваем. Следующий собью. Че, Лада вылетел? Сейчас, да. Ему БР, да.
Что Владимир с интернетом? Каст, каст, каст. Сбивайте касты, ДК, вары, блять, алло. У вас 6 секунд КД. Следующий собью. Точно так же, косты все сбиваем, в лужах не стоим, следите внимательно за войд-зонами. Ой, у меня 4 стака, я убежал. Шаман, которого назначали, который или мелихосту не вижу, шам, тотема. Висит, висит. Стоит на месте. Стоит. Ну, да, теперь вижу. Подойду. Поближе прошу. Просто много бафа было, походу. Не-не-не-не, далеко был. Не доставало, видать. Все. Нихуя себе очки. Портал никто не заходит. Не заходите в портал. Пешком пойдем. Это вы, блядь, затея какая-то, придумана Владиком, чистая залупа, блядь. Зачем? Если этот, можно, можно мне грудачок? У меня 200-й, блядь. Первый раз, нахуй, вижу. А вы к этому надо? Ваша, да, у меня вообще нет грудачка, можно? Желтина. Башка на хода, прикольно. Как раз на ММА. Кстати, я понял, я поменял же спек, и получается опять как-то забагался, не могу. Кирилл, да-да, Кирилла, да. А я ручки, наверное, хочу. Ебать, да, он, я хочу ТП-шнулся. Бля, да похуй, идемте в ТП, блядь, это то, что придумал, блядь, Владик, нахуй, забудьте об этом, блядь, эти обходы, блядь, это чистая залупа, блядь. Ты придумал сами. Нормальная тема, ты че? Ну идем, ладно, пусть. В прошлый раз почему нас, блядь, мы затупили? Мы не в ту сторону побежали, да, блядь, в прошлый раз? Да, на первый раз. Мобы тут аккуратно, блядь. Я думал, новый человек будет релить, а тут, короче, опять Кирилл забрался. Рейдерский захват, блядь. Вообще. Так гильдии умирают. Я могу, блядь, помолчать, кто хочет порулить. Нет, ты не можешь, мы тебя знаем. Ну ладно, не могу, блядь. Ныряйте туда, в унитаз, нахуй, блядь. Проплываем, блядь, и мы на месте. Кто не знает, куда идти, я так понимаю, что сейчас будем сумонить. Да, блядь, на автомате портанулся, блядь, а вы там плывете в унитазе, блядь. Потому что там хоть один лок был, блядь. Хорошо учился, как говорится. Кафте башки, селок есть и башка. О, сука, да. А вы чё, в смысле, всех мобов зафармили, пока я лут скидывал? Ну да. Фига вы жёсткие. Там вот один такой патруль ходит корявый и всё, блядь. Нормально, меня эта фигня жижа дамажит, у меня три не пробует. Нормально. Нравится тоже такой, блядь. Ну ладно, тут в игру заходишь, у тебя спина прокает. Меня радует одно, что хоть если веерок просто так клацаешь, ничего не, блядь, прокает. Так, давайте сумоним всех, каждый свою пати, быстренько ассистик поклацали. А есть у кого квест на нода? Я фиг знаю, какой вообще квест, но даже не смотрел. Я сейчас стрелу шарну. О, ночь мной должен умереть, все, спасибо. Ну, рыбку кушайте.
Вкусно. Егор, я надеюсь, вот там завтра, послезавтра, блядь, они что-нибудь поправят, чтобы оно хоть как-то более-менее начало работать. Может быть, мы во вторник там или в среду соберемся, да, попытаемся добить Торима и Мимирона, потому что это чистая залупа. С тем, так как оно работает сейчас, ну это просто нереально, да. Блядь. Ты забыл еще Ауриноэрс. Не, ну подругу нашу мы зафармим, ебать, там же по ИСу, как бы 10к голды, привет. Три раза ее убивали, блядь, три раза пояс, ебать. Мне это нравится, блядь. Там беда в том, что, блядь, во-первых, мобы ивейдятся. Если заивейдились мобы, летит какая-то залупа, которая бьет 130к плюс. Какая-то молния, которая вообще как бы в инсте, блядь, как бы нету нахуй. Зута, повесь мою ладу каску, пожалуйста. Так, проверяйте бафы, кому что не хватает, пишите в рейд-чат. Паладин, обратитесь, пожалуйста, полипауэром, чтобы это все было, блядь, мгновенно. Если кто-то не умеет им пользоваться, напишите он Саше, который убит, но не вами. Он вам расскажет, как этим делом пользоваться. И Плиста баф тоже повесьте. У нас два человека без бафа. И по шаманам МП5. Чтоб не просить лишний раз. С кулаки им нафиг не нужны. Не знаю, мне 30 минут написан каск. Да нет, духа, будь в танке. Потом фурика своего потестишь. Я понимаю, что мы тебе выбили 2-3-2 меч, 2 соки, это вся хуйня, бля, ты классный. Но потом. Все были готовы, понеслась. Геру не давайте. Она не откатится. Дайте... Не, не надо, не БР. Мораль, старайся после каждого блинка напуливать. Вот он только полетел, сразу раз, напулил. Uh-huh. И вар, и ретаунт между собой делать, это какая-то сейчас хуйня с агру происходит. Я не знаю, я напуливаю вдоха. Ну, значит, ты будешь первым в мире лотея, на которого напулил. Да. Давайте сразу немножко забежим вперед. Лахтиба, все шарят хилы, как надо хилить. Никаких проблем не будет. Ну, Элада, Хау, я за них знаю. Зута, который... Нет, и два шамана остальные. Вкратце объяснишь основу. Там, короче, кидается дебаф на 15 секунд. Во время этого дебафа хилить нельзя. Потом он слетает, есть 3 секунды коридор, в который надо захилить. Все, сейчас я помню.
Так, я напулил. Сейчас следующий твой будет после телепорта. Угу. А кто у нас в демоне? Я. А сколько у тебя СПД? Ты ТТМ и Лема перебиваешь или нет? Сейчас 4800. Нет, без, без проков. Без проков там 2500. Надо, чтобы было 2800 плюс, чтобы ТТМ и Лема перебить. Ну, 2800. Ну, я обычно выпускаю демона, когда у меня проки от 3. Там около 5. Пошлите сразу, не надо там лут охранять. Ресните лою, кто умеет резать. Один человек останьтесь, и остальные погнали трэш пиздить. Сразу резко заливаем чумную тварь. Влада, что? Сука. Чумную тварь. Ставьте этот тотем на очищение, блядь, и спыльте эту ебаню. Мобов чекайте, тут часто очень пушки падают. Может, кому-то там 213-я двуручка нужна. Без конта у тебя вообще никакой шеи нет? Ну да, параша редкостная. Просто, блядь, с ловкостью я бы ретрику еще или вару бы отдал, но ДКшнику лучше в силу забиваться. Был убит. Особенно если он холит, то тебе надо в силу. А, да. Это... Сзади чумная тварь, танки заберите. Трону порол. И вот эта дичь. Макротика. Блокирование. Еще одна сагрела. Манай, да ты заебал, агрится. Ох, эти владики, блядь. Угладики. Блять, я еще не встречал, блять, людей, блять, которые адекватно с ними, с ником Владик, нахуй, блядь. Ну, не попадались мне на моем пути, блядь. У меня, блядь, все, кто попадались, они какие-то ебанаты, нахуй. Хер. Сука. Сидят только. Так, заходим все направо, аккуратненько, босса не спульте. Лою забафайте сразу, там, каска, этот, лапка, пристабаф, вся хуйня, он один умирал у нас. И заходите сюда все, в комнатку. Давай там меточки, хуеточки, я пойду пока быстро обоссусь. Лоя, это кто? Сейчас я не поставишь. По магам кидай. Лой, это маг. Ой, а то есть у кого покушать? Поставьте маги, пожалуйста. Я сейчас рыбу поставлю. Ладно. Ну, еще одного шамана. Рыбу поставил. Рыбу поставил, ребята. Проверьте, пап. Так, Андрюха. Ты сейчас умрешь, поэтому не заморачивайся, нахуй. Так, а чё, кто водит? А, Протеус? Протеус, ты в курсе, как водить? Не, я помучаюсь.
Все, отлично. Если все будет плохо, док, ты знаешь, что делать. Да, он фурик, он знает, что делать. Да, в смысле. Заратом будет дело, за волосы хватаешь и учишь, как надо. Ну что там? А мы все, да, на платформе бить будем? Нет, РДД на платформе, все миликишники стоят в метках и после каждого удара перебегают. После того, как РДДшники зайдут на платформу, мы дадим геру и, блядь, должны им выбить где-то процентов 60. Доху, у тебя походу лагает, пизда, ты мне что-то по комнате телепортируешься нахуй. Да не, ну все нормально. Ебать, ну у меня он летает просто, блядь, от метки, блядь. Дергается, ну, как хуй на ветке, блядь. Да-да, у меня тоже. Просто этот чит скачал для арены. Ну ах ты сука, блядь. Ладно, давайте, даю еще раз чек. Ну что, кто сдохнет, тот манай нахуй, блядь. Хуже. Так, подожди, надо этот фокус поменять. Протеус, да, МТ? Кто сдохнет, тот хавает. Да. Поехали. Пуляй. Води его по меткам, протяни чуть-чуть. Так, дох отъехал, красиво, блядь. Агра. Да забери, блядь, вар, нахуй, что за хуйня? В метке сдох. А кто метки расставлял, блядь? Нет. Красиво. Почему мы не перебегаем? Я не знаю. Ну, вар знает все, блядь, сказали. Я вижу, блядь. Прям знатоки нахуй собрались, блядь. Скажите, болезнь. В метке, блядь, стою, сдох. Красиво, блядь. Блять, док, давай ты лучше поводишь. Давай, если... Антон, ты потом потестишь фурика, блядь, своего, потому что это чистая залупа, блядь. Там потом, когда будет выйдет новый контент, это от этого фурика, блядь, будет хотеться рыгать, нахуй. Заходит, будешь говорить, дайте потанчить, блядь. Да сейчас убьем одним РДД, что нормально. Ну да, должны. Я нихуя один. Не пойму, как я мог сдохнуть в кресте, блядь. Вот вопрос интересный. Не знаю, я в кресте стоял нормально. Был. Ну, ты видишь, где я лежу? Труп роли. Не, я вижу. Ну, типа... РТД, алло. Пробегайте. Ну, что там? Я, блядь, дохну. Захиливайтесь. Куда побежал? Ну ладно, вернись. Назад. Побежали. И раз. Мил. И раз. Ебать, сколько у нас манаев. Короче, Андрюха, смотри, после каждого удара, типа вот этой зеленой хуйни, надо просто перебегать с метки в метку. Так, еще есть, плюс. Бля, я порой думаю, что, блядь, если бы в рейде были бы 25 я, блядь, это было бы, блядь, бессмертно, нахуй, изи ачива, блядь. Ага. Так, давайте так, Эллада ресает чеченца, чеченец ресает слепкота, слепкот ресает первой пати друид, какой-то ник сложный, Али что-то там. Али Дерли. Да. Перебежали. Мишаня, ресай чеченца. Ну-ка, где? Камон. Блять, единственный выжил друид и тот с КД. Ёб твою мать, блять. А чё, Гера давали, не? Ты, да. Да, 8 минут вообще. Понял. Тогда потеем, ребята. Сейчас задамажим, блять. Да. Если больше никто не откинет. Те раскол, алё, блять, что за хуйня? Они уже нету, да, берцы? Не. Я правда не знаю, как вешает. Но как бы сокрушение вар кидает, так что раскол должен. Не, висит раскол, я не знаю, что там, 5 стака висит. Ты что-то, блядь, за этот.
задумались, пацаны. Ну, не говори. Бля, бьет один самдох и ДК, ебать, и жалко, что расколни. Весь рейд милишников лежит, блядь. Побежали, побежали, побежали. ДК, не туда бежишь, брат. Ебать, да я понял, я понял. Ну, блядь. Ебать, я против. Он спел, блядь. Да я, блядь, у меня тайминг никак, давай. Ты же Лохтиба пошел бить, я так понял, да? Да, 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 да. Нормально, да. Вот она, осталась элитера, блядь, это интеллигентно. Бля, сейчас сдохнет, 100%, чекайте, блядь. Легко говорить, когда ты наверху стоишь, ну, а не как бы. Берда внизу. Элитник, нахуй, блядь. Пока, шаман. Выжил. Понимаю. Работаем. Так, такими темпами скоро Гера откатится, добьете. Come on. На мне агры были, я на платформу хотел. Уже 3 месяца бегаем, блядь, в этот нахромас, блядь, и походу это сам до сих пор сложный контент, блядь. До сих пор не научились метки ставить. Да метка нормальная, я прям в ней стоял нормально, ничего там не было. А этот же прям в ней стоял, просто сдох. Ну, может, ты подпрыгнул? Просто, блядь, бегаю за боссом, там, тут, блядь. О, куда ты побежал, там, танк ору. Блядь, упал, ну, погиб. А, так вот кого бэрили, бога это нашли. Понятно, понятно. Это ты нам кто запорол. Тактику с бэрили. Че там РГД? Получается, давайте. Блядь, этот дох, почивый, блядь, бессмертный запорол, да, блядь? Ну да, хоть что он. Нормальная креветка, блядь, прыгнул такой в зеленую лужу, блядь. Сейчас я ему пятихаточку начислю, блядь. А как, блядь, РГД? Это телепортация в другую сторону, ребята. А что мне? Везут его. ДБМ что-то хуйню пишет, блядь. Вообще хуйню пишет. Сидец, блядь. Телепортация 40 секунд уже стоит, блядь, третика было, нахуй. Красиво, блядь. Хорош, чё? Блядь. Элитник, блядь. Нахуй, прилёг, ебать. Смотри, где я умер, блядь. Все понятно, ебать. Ебать, прилёг, красиво. Думаю, это вайп, ебать. Че, может сначала по-нормальному ебанем? Не, ну сейчас забью 4 ляма, блядь, тут что нахуй. Идите сами, если для пускай, этого. Пускай подпотеют, пацаны, блядь. Да, да, Мишаня, я в тебя верю, давай хиль, блядь. Я с пугами всем ебал убивал его, пол хп ему, если 7 человек, блядь. Молодец. Блядь, тут невозможно умереть, как, блядь, я умер, но? Ну ты лох, нахуй, блядь. Лох элитный, блядь, получается. Лох элитный. У тебя в курсе, Саня, в паспорте фотка, на ней тогда рамочка золотая, элитник, блядь. Лох. На худшем годы к фестивалю. Фильм Брайна Мини-фильм. Элитный лох тире додик фестивальный, блядь. Двойное звание. Фанишка, да. Это не ко мне относится. Так, пацаны, надо добить, потому что еще раз бегать, ебать, мне кажется, ваши ряды порядеют еще, ебать. Это закидная ситуация. Ты залейте маны, пацаны, бля, люди уже посохли, нахуй, блядь. Получается, ФК Хейгана, блядь, на новой гильдой. Фу, сука, блядь, это сильно, нахуй. Шикахер. Я не могу остановиться, блядь. Блядь, у меня слезы покатились, ёбана. Так, походу телепортация будет, пацан, через 5 секунд, если мой ДБ мне пиздит. Ебать, ору. Чётко всё. Всё, всё, всё. Ну пизда. Давай, горгульку туда, нахуй, всё, она сейчас добьёт его, блядь. Да, блядь, горгульку. Горгулька спит ещё. Побежали. Чпа! Элитники, выжить надо.
Фу, блядь. Это самые отборнейшие, блядь, сука, бойцы, нахуй. Высший сорт, блядь. Элита, элита. Как они бегают, филигранно, феноменально, блядь. Собрались, собрались, ребята. Контору упадут, нахуй. Собрали, собрались. И давайте, дали ДПСик. Там Гера не хотелось. Ультуй нахуй, блядь. Геру жми нахуй. Егор, давай как шейкер, врывайся просто. Егор, ультани, блядь, нахуй. Все, горгулька пошла, блядь. Вот, блядь, прилягла, ёбаная. Самый крепкий, реально кривой максимально, ебать. Гаргулька чирик нашла, нахуй, блядь. Фу, блядь. Ля, блядь, это ФК, пацаны. Кто стримил, блядь, у кого есть видосики? Да, я столько бегал, чтобы нихуя не выпало. О, ля, это надо, ля. Ля! Ой, это, кстати, бисовый грудак тканевый, ребята. Ему это все надо, блин. Так, а ну извините, телефон. Так что сломимся на кривой крест. Раз на раме. Крест был охуенно. Пожалуйста. Все трупы в кресте, блядь. Фу, ебать, я насмеялся, у меня аж слезки текут, нахуй. Ой. Так, а что там, что-то толковое упало, кроме плиты? Плита, грудак бисовый, нахуй. Ну-ка, давай, нахуй. Поехали по кругу, блядь. Чистая шляпа, понял, блядь. Че шляпа, блядь? Денчик, ты там, если что, хоть фильтруй, может там БУЕ какое-то дерьмо, блядь, упадет. Это киньте фильтр, кто-нибудь, блядь, пожалуйста, карасика, блядь, и этот... Раздайте там бабчики какие-нибудь, там, хоть какой-нибудь. Сейчас поставлю рыбу. Я по без метасокета, но может кому-то надо. Рыбу ставлю. Ешьте. Где? Ой, бля, вот рыба возле этого квадратика. Видики делайте красиво. И рукой яйца 99. Вот это надо, блядь. Тушечка, где, блядь, моя? И вкусняшка. На, ебать, чеченец взорвался. Мне кажется, хорош, блядь. Так, ну, у нас тут на мейне вот, сука, получается. Че ты, суки, дай? А что это бисовый грудак? В ульде что хуже? Ну, в ульде пока, блядь, ничего красивого там с тех боссов, которые доступны, не падает, к сожалению, блядь. Он бы сказал, что там статы немножко. Там есть хороший, блядь, типа грудак, но, ну, я имею в виду, как хороший, он типа 26-й с собрания, но он хостой, блядь, с двумя сокетами и с духом, ну, типа, блядь, там сметка, блядь. Я не знаю откуда, но у меня вот такой грудак есть. Метка искрит. Ну, нихуя себе. Глазик. Сока, это сока грудак. Сока 219, блядь, что? А, 19? Это... Нет, там есть хостой скрытой жиры с меткостью проблемы. Стелки, стелки, стелки. Так, РДДшники, пиздите, глазики. Глазики, пиздите, глазики. Бля, где моя двуручка, сука? Не падает ничего, бля. Та с ласта топор будет. Да, блять, нахуй. Как всегда, не мне. Посох будет. Ну, я тебе скажу, тут, у нас все, кто в рейде, блять, ну вот я тебе скажу. Секал, от тебе сказано, бить глазики. Зачем ты червяков лопишь? Ну и что там в рейде? Ну? У Дога 32-я 19-я пуха. У этого артстайла тоже. Пухи есть. У Егора пуха тоже есть. А, подожди, Егор вообще не напали, блядь. Короче, больше, чем у половины, оно все нахуй есть. Армагеддон.
у кого Армагеддон, у кого там еще какая-то хуйня. Ну, всех, в принципе, тут более-менее по шмоту одеты, я имею в виду милишники. Да, бля, ну ты по шмоту вроде заебись, а вот-то, блядь, пуха эта Сергера охуительная. Ты кто, говорит, ДКшник? Ага. С ПВП башкой охуенный шмот? Да! Понял, блядь, понял. Ебаните огурцы. Да, вот тебе больше, пожалуйста. В этом я расскажу. По этим, по прожимкам, там, по гимнам. Так, смотрите, берите все огурцы, держите их почти до самого конца. Первый там поначалу нихуя не надо, потом там версикалор даешь первый гимн на ХП, потом Шевуль Пабля, ёб твою мать. Короче, ты даешь, и потом Хао. Это по гимнам на ХП, это потом там, я не знаю, это через 2 минуты после пула босса, когда уже садить начнет. Точно так же по Транквилам, там Элада, если что, подстрахуешь, или Чечен кто-нибудь. Массакры, у кого есть? Зута есть массакры? Чего? По-русски, пожалуйста. Массакра. Священная жертва. Я не настолько, ебать, про сакры, ебать, нахуй. Я не играл 6 лет, нахуй. Я уже все позабывал. Короче, у него нету сакры. У кого есть сакра? Да, короче, вот эта дичь вкачана. У тебя ее нет. Я вижу. Понятно. И да, тоже нету, да? У этого Сани есть, если он в хила прыгнет. Ладно, без сакры запиздим тогда. Двух ног. Короче, сакра нет у ни у кого, понял, да. Чё, два танка запиздят? Слышишь, Дэн, дай фласку на оп. У меня фласки закончились, бля. На, кушай. Даю чек. В два танка запиздят, я просто не знаю. Мы в два танка всегда бьем. Ну, тут вары. Ну, вары, отлично. Дох первый ловит, потом с него забирает протеус, когда он тебе скажет там или напишет, ты или видишь, у него ХП мало, блядь. На пулов долго. Да. Ловит. На 50%, как у него будет ХП, меняешь, забираешь, блок прожал и все, и сдержишь его, потом у тебя 50% будет, он с тебя заберет. Протеус тут, нет? Все, все были готовы, пуляй. Встаньте ближе, РДДшники. Тут никакого клива, хуива нету, ничего. Можете вообще в мелизону зайти. Шаман, зайди в мелизону. Точнее, к РДДшникам подойди. Потому что спора на тебя полетит, и никто ее не залутает. ДК, если получится, сгрипни ее сюда. Бэйлю дога, мы бафы ему сразу. Забафали дога быстро. Каску, пристабаф, лапу. Не вижу на нем нихуя. Можете СС уже начать кидать на того и на другого. На танков прокидай. Кидай на дога. Так, я стопаю ДПС, а то агро срываю. А на нем спора, блядь. Ну понятно. Так скоро нельзя. Если дайте масбафы, а то у вас сейчас танки помрут. Ну. Так далее. Забери. Киньте бдилки друг на друга. Протеус надо. Поднимай. Давайте Гиру. Гимн на ХП. Есть.
я Тарантил сдал. Бля, они рано гимн сдали. Плохо поищу. Один надо было дать, что все дали гимны, блядь, или что? Там Транквил еще сдали. Ну это я Транквил сдал, он спит до Федри. И он на пати работал. Танку захил. Следующий, кого назначали, ШП, третья пати, гимна ХП. Хао, сейчас твой будет. Не сдавал. Практически. Надо какой-то мастер. Есть огурцы. Я Транквилла дал. Поздно. На следующее все друиды Транквил, у кого есть. Все масхилы, которые остались, у кого-то престол, у друида, все сдавайте. Вот сейчас. Отдали. Да сейчас не надо. Нормально. Мы сейчас добьем. Не, еще одна. Три, один. Отдали все, что есть. Масхилы. Нормально, добьем. Да, нет, еще одна. Огурцы, огурцы сейчас надо. Огурцы, да. Долго не потерять. Ну, мне бы рез. Я ему зубы сдал. Огурцы жмите. Живы целы. Долго поднять сразу же. Ботинки. Нихуя себе восьмерочка, блять. Буешечка, ну что? Да, ботинки на этот. Забери, Дэн, сразу и все. Не знаю, я уже улетел, блядь. Пошлите на куда? Мерзость хуярим. Угу. Че, ботинки забрали, да? Все, боя? Да. Тебе надо? Да, в принципе, нет. Ну и самое тут вкусно. Ну, блядь. Не волнуйся, ты Элдрин на твинке. Ты дичь лови. Благодарю. Че, поехали, трэш? Мерзость. Погнали, мерзость. Погнали, подождите, гнать, блядь. Танков нахуй нету, погнали, блядь. Гонщики, да нахуй. Ну, хоть, ну, да, дживс есть, я сейчас поставлю. Сейчас трэш дочистим до этого. До коридора, где лоскути ходят и все. А, у нас ни одного танка нет, но тогда этот медведь подловлю.
Дох подскочил. Все, заебись. Я сделал, что мог. В гостиную там зашел танк, перекиньте. Сейчас закину. Аварик бота с музыкой закинуть. Да. Спасибо. Ну, там вот канал боты, а ты, наверное, не видишь, да? Дживс есть у кого-то? Ученица. Да, я же сказал, есть Дживс. Сейчас дойдем до лоскутика туда, на коридор. Я там поставлю. А чем закинуть этот бот? У меня это слота музыка. С музыкой потом разберемся, чтобы не было, потому что я кого-то не слышал, я кого-то не видел, блин, мне не сказали, мне не проанонсили. Ставлю Дживса тут, стойте тут все. Вот Джив сзади стоит. Ништяк, спасибо. Починитесь, кому надо. Сзади он Джив стоит. Рыбка. Кирилл. А Кирилл? А у вас, ну, типа, там будет мальчик или девочка? А, там это, анонс Людвара. Это после 19 недели. Слышите? А, еще неизвестно? Не. Поставьте шкаф, пожалуйста. Там новости Сируса, чекните. Чё? Железное собрание элементарий молнии снижен на 40%. Дами юнит цель обстрела более не атакует игроков. Не знаю, что это. Это не X2, это не Ульдуар Герти. Тыкните. Ты напишешь, что это будет. Урон цепной молнии для Торима 25 гер. А, фигня. Вы бы в обычке снизили, а то там молния, блядь, по 20к херачит. Иногда. А ты, Кирюх, сам, ну, типа, кого хочешь? Типа, пацана? Или... Да мне похуй. Похуй. Красавчик. Мне кажется, это не от него зависит уже. Все, что мог, сделал. Я со своей Авроры стрельнул, блядь, всю нахуй. Дайте бафы там, каску, лапу, пристабаф, всю хуйню обновите сейчас прям. Че, в кого напуливаем у нас? Ну давайте быстрее, я не вижу бафа все равно. Кто у нас там из РДД топал? Креветка. Ну в креветку тогда напуливайте. Ну типа один на пул пускай альфа сдаст в танка, а остальные на пулы будете в креветку фигачить. Креветка, только не стой хуй знает где, чтоб я с миллизона не бегал к тебе триксы давать. Он еще и фаер. Не сорвешь. Не сорвешь. Нормально. Что это за меломан нахуй, блядь? Электро. А про те этот, короче, ты понял, вар пошел. Хуярил. Суммануть не хотите? Кого, блядь? Потеряли, блядь. Ребята, пацаны не знают, что надо подождать. Стопните милики, блядь. Дайте ему ворваться, только без иллюзий, блядь. Давай ПС полой, давай, баш. Вы понимаете, что у вас, блядь, сраный фаер могло бы делать? Ебать его рот, блядь. Бля, надо фаера, надо ПС кидать, что я, блядь. Лови, блядь, не оправдывает ожидания.
Дайте Бэрон Холику. Бал. Забафали его сразу. Чё, блядь, наш ДПС у наших, блядь, миликов? Мейн рейдера. Да я, блядь, стоял АФК. Вот, видишь, один уже умер. У кого Омен есть? Мах на первом месте? Да. Сейчас, да, давай. Давай. А как ты Дарт стал отъехал? Неизвестно. Он, короче, был под креветочкой, и креветочка копии нажал. Удар ненависти. 28 тысяч на Дарта. Не, ну это, блядь, 500 креветочка, шо ты хотел? Ставил после копы, пожалуйста. Копий нажал, ГП получил. А копий чё, в раз выбрасывает? Да. Да. Точнее, они не дают ему набираться. То есть у тебя, блядь, может быть там 200% агро, но при этом агро будет на танк. Когда копии проходит, агро возвращается. Да. Дэн, трексану тебя. Ну нахуй. У меня не берет жизни, такое не канает. Как Берсо. Ну, так и Мах как умер. А, ну. Может, я фреймовал его, типа. Щиточек. Блять, как знал, а. Где милики, вот где милики. А в чем прикол? Аркан 211, блядь, и 200, и дамаг вообще одинаковый. Пиздец. Ну просто, блядь, его ровный, а кто-то нет, блядь. Просто Егор Фаер. Вот и все. Не, Егор Аркан. Стоило, сука, только отлететь, блядь, за этими знаками, нахуй, для бафов. И, блядь, выпало то, что надо было. Танки кому надо? Нехуй отлетать. Так, блядь, писал, что суманите, говорил. Жив, Саш, поставили, братик. Да, суманин. Да мне надо было для бафов, ебать, эту хуйню купить, расходник. Я же Дживса поставили, братик. Повторюсь, а в своем вопросе. О, щит, нихуя. Охуенный, у меня... Сейчас ласта золотая, щит несы. Если что, не упало. Если что, этот передам тебе. Там шея упала, у меня шея конченная. Поезд нахуй упала. Зута нужно? Танк собирай, пока не сиди. Да, тоже говно двухсотое. Ну, не будет 4. У меня же типа набоя не было. А, так это ты был. Ну, блядь. Блядь, печально. Собирайте все это дерьмо, кривайте. И пояс, блядь, и эта хуйня, сука. И все, что надо было, нахуй, как раз упало. Так,
Это с ласта еще щит, кстати, падает. 26-й. Да, да, да. Короче, чтоб тогда это видно не было, я думаю, давайте уступим ему щит с ласта, если он упадет. Да, без проблем. То как бы его так и... Я потерплю хоть месяцок. Забавно получилось, конечно. А он вылетел, да? Да ему не щит нужен был, я так понял, а этот, шея. И шея, и пояс. Щит там на танка нахуй падает. Это нормально, я 200-м Накс хилил много раз, нормально. Ну, типа, ничего страшного. Дина, это вообще-то, если бы вот такого не было, все нормально. Ну чё, так, кто там второй танк? Док или в одного будем? В одного? Не, пускай спекается, блядь. Пускай. О, рыбка, кушаем рыбку. Мияу. Дайте ребаф, да. Косок. Берите все, блядь, тотем очищения, дайте фул ребаф, потому что люди умирали. Ешьте карася. Тотем очищения никто не ставит. Хао, подиспелишь. Хао принял? Да. Только, пожалуйста, не как этот Манай, когда он, блин, этим... своей херней кидал, которая этот кикает. Я понял, да. Да, не как этот олигофрен, блядь. Я не дал, не дал. Каску пороги дайте, кто там каски бафает? Я. Так, лапа есть, каска есть, пристабаф, вся хуйня. Пиздуть. Пристабаф есть. Проверьте, бафы, даю чек, чтобы мы тут не ждали долго. Отойдите на всякий случай пока. На кого там? У кого там по бафам все есть, нет? Так, это темп. Отставил, что не хватает? Дима, быстрей. Да, да. И этот. Все, зашибись. Пуляй. На дога, на пул. Дох МТ, второй танк, мелочь собираешь под боссом, держишь, мы это все клево. Стоим сбоку, слева, справа. Хао, на тебя метку кидай. Вводи там РДДшников. Да, блядь, серьезочку. Чему ж Гера? Давай, пиздяч, Гер. Выбежал, Хартлес, так, диспел, мы. Стойте прям в звезде. Ты сейчас мах будешь урон лутать тоже. Уже лутаешь урон. Снял. Ханта диспел. Хороший. Блять, я графику не выкрутил, уже не вижу. Убежу. Дальше. Он Миша, сел. Резни ханта. Сама дальше протягивай, рай, переместитесь снова. Протяни его быстрей. Тотем от сил природы, да. Не вижу вообще его, блять. Задочка, рай, стали. Тем от сил природы, завезите. А это что это, блядь? Это нормально, все, Андрюха прилег. Андрюха, что чиль. Лох выбежал. Блять. Похуярил в лужу, ебаный рот. Может у него портал стоит? Да нихуя стоит, там бегаешь по лужу, ля. Миша, который Эллада, резни ханта, я еще минуту назад сказал. Там паладин Зуду выбежал, да? КД, блядь. А, вижу. Живую Элладу, где? А, ханта, давай ханта. Да, он в том, что. Ты где, блядь? У меня что-то не пишет, блядь, что у тебя КД, ладно, похуй. А этого лока я нашел, в курсе, да, блядь? Ну ладно, я тебе не откатилась, ну. Так что хант падает, я тебя опять бэрнул. Шавулька. Беги. А, все. Шавулька, блядь. Как вы нахуй ники такие придумали? Шавулька. Шавулку хау придумал. Ефарина. Беги. Все, снял обратно. Все, дух, так прямо его так и тяни пока. Давайте добивать, где ДПС нахуй? Телдрин.
Снял, обратно. Версиколор. Ага, снял. Там, надеюсь, никто был ран, где ты пахнулся? Процессе будет. Ну давай, давай, давай. Да, блядь, я как раз череду нахуй нажал. Давай, снял. Смещайтесь, рейд, все. Протяни его, Антон, вперед. Альфа. Ага, выбежал. Стойте параллельно под 180. Выбегай, Макс. Вперед. Добивайте это дерьмо, блядь. Шо я? Поняла. Заебали нахуй. Эти мотоциклы стоит. Блин, кто тут кранади спылит, а? Версиколор. Это не диспыл, а под ним лужа, блядь, а это типа он сам разливает. Нет. Крит, метка, сила атаки. Красивый рюкзак. О, боже, кстати, вот я бы поменял. Плащик бери себе, блядь. Не знаю, диспелил он ли я и все. Типа, больше внутри диспеля. Я, наверное, возьму себе вот этот грудак, а могу токен тебе отдать. Ну, можно так. Красный быть, черт, это. Так, а ну, комплекты нам... Подожди, сейчас я гляну, что там по бонусам. Разбойник. Не, не отдам, бери этот. А там другой забираем, другой. Ну ладно. Разберетесь там, если надо, пускай под Россию. Так, плечо вот это тканевое. Ну, на ДЦ в приоритете, а там посмотрим. Цен не нужно, да? Один топ шивут. Понял, принял, получай. Так, кто умеет водить мобов? Ой, я нечаянно. Я буду водить. А еще? Все, да, нормально. Расти нет, а Лидл Рэй, ты твинг же, да? Или нет, или мейн? А, ну тогда тебе. У тебя спек есть, Егор, чтобы пробовать? Победил с роллом один, поздравляю. Сука, застрял в трубе, блядь, ну. Кто-то очень много жрет. Да я, блядь, как-то так запрыгнул.